Кажется, я стала лошадью. Всем привет-привет, ребята! С вами я, Эвелина. Вы смотрите канал Эвелина Белочка Плей! И сегодня мы будем играть в симулятор животных в Роблоксе! И я стала вот такой вот лошадкой. Она красивая, у нее черная грива, черный хвостик. И сама она коричневая. И сегодня мы попытаемся выжить за эту лошадку. И здесь можно играть за любого животного, но только у меня мало денег, чтобы купить их, а не за деньги. Поэтому пока что поиграем вот такой вот прикольной лошадкой. Хотя мой канал называется Эвелина Белка Плей. Я должна быть белкой, а не лошадкой. Ну хорошо, здесь есть другие породы лошадок. Кстати, смотрите, какая я прикольная. Я могу так прыгать и бегать. Давайте от нее такой снег прямо идет. Давайте найдем какое-нибудь себе укромное место и еду. Что это такое, ребят? Мы, кажется, можем это взять. Давайте подойдем поближе. И что это такое? Давайте посмотрим. Это похоже на маленькое облачко. Ух ты! Давайте его понесем куда-нибудь вот туда, в лес. Оп. Перепрыгиваем через эти преграды. Ух ты, ух ты. Здесь прикольно. Слушайте. Ну ладно, давайте найдем себе дом. Хорошо, ребята. Здесь, кстати, какие-то деревья странные, видите? Они такие закрюченные. И там было, кстати, три мира. Я могла выбрать их. Я выбрала вот такой вот мир. Прикольный. Давайте по тропинке пойдем. Слушайте, а что это тут? Тут что это такое? Непонятно. А, это устраивает бега. Кто быстрее? Вот стартовая линия и финишная. Побежали! У-ху! Хорошо, давайте бежим, бежим. Вот она, наша линия. Пробегаем. Выходим отсюда. Что это там такое? Давайте рассмотрим. Что это такое? О, это что? Это человек, ребята. Реально человек тут заснул. Прикольно, прикольно сделали. Там что-то светящееся. А, я поняла. Это тоже такие игры. Давайте начнем. Вот так, вот так. Вот так, давай, лошадка, ты сможешь. Ты же прыгаешь выше всех. О, нет. О, нет, ребята. Ну, хотя здесь легко. Я пока что не знаю, где мне найти дом. Давайте найдем какую-нибудь пещерку, я не знаю. Или все-таки мне быть домашней лошадью, я пока что не знаю. Давайте попробуем на вот эту гору подняться, потому что я еще там не была. Ни разу. И вот зачем этот забор? Это чтобы подняться на гору. Чтобы человеку было удобно забираться. Если как грохнешься, сразу взялся за вот эти ворота. И все. Так, что же тут у нас интересненького? Что-то тоже другое. Уже. Здесь такая... Красота, ребят, мне нравится. Давайте посмотрим, как это все выглядит сверху. Ух ты, ух ты, ух ты, ребята. Посмотрите, как это красиво. Мне нравится здесь, ребят. Пойдемте искать еду. Лошадка, тебе не больно? Тебе не больно, лошадка? Ну, хотя... Эта скала не такая уж и огромная. В симуляторах можно свалиться еще с большей горы. Хорошо. Я могу спрятаться в куст. Давайте посмотрим, что я могу сделать с облачком. Я могу его положить. Положить. Давайте возьмем его снова. Потому что мне оно нравится. Прикольное, прикольное. И что я могу с ним еще... Я его могу вверх подкинуть. Ладно. Давайте что-нибудь посмотрим, что мы умеем делать. Мы можем есть травку. Кстати, я так проголодалась. Давайте поедим.
Как вкусно! Мы можем присесть, это очень даже красивенько и миленько. Мы можем спрятать голову. Что делаем? Это опустить голову. Что это? Это пониже опустить голову. А это что такое? Ну, это тоже какие-то прикольные анимации. Давайте посмотрим. Ага, это все-таки какие-то... Ух ты, анимация прикольная. Сейчас была. О, прикольненько. Ладно, давайте побежим куда-нибудь за едой, потому что лошадка уже хочет есть. А мы не добрались до еды, не нашли ее. Давайте пойдем в деревню, может там что-то есть, поесть. Человек, слушай, а у тебя ничего нет? Я хочу кушать. Мы можем на него нажать и что-то сделать. Да. Что ж произойдет? Ничего не произойдет. Ладно, это очень странно, хотя что-то должно было произойти. Ну ладно. Похоже, я нормально не нажила на это. Куда мне вообще нужно? Вот, я могу здесь спрятаться, правда, не полностью. Ну ладно. Давайте, хопа! Схитрим немножко. Хопа! Ой, не перепрыгнула. Побежали! У-ху! Ну и где же мне достать... еду. Вот здесь, кстати, мы начали. Давайте, может, в этом амбаре посмотрим. Может, здесь что-нибудь поесть есть. Сено. Сено мы не можем кушать. Здесь какие-то виллы. Давайте наверх поднимемся. О, здесь мышеловка. А можно сыру? Нет, нельзя. Сыру нельзя. О, здесь куча мышеловок, ребят. Ладно, побежали. Побежали, мне здесь вроде ничего нету. Может, здесь есть морковка или яблочки в этой деревне. Я не знаю, что здесь можно есть. Ну, травку-то можно. Но и мне хочется что-нибудь другое. Это что такое? Это тоже облачко. Облачко мы не умеем есть. Мышеловка. Облачко. Или это шерсть? А, кстати, это наш дом, ребят. Ну ладно, мы попозже зайдем. Мне нужно добыть еду. Это для куриц вроде бы. О, мы можем в дом зайти. Прикольно, прикольно. Может, здесь что-то поесть есть? Не знаю. В шкафу ничего не берется. Здесь, правда, тесновато. Ну, вроде нормально. Давайте посмотрим наверх. Поднимемся. Есть книжки и кроватка. Прикольно, я не знала, что можно в дома залезать. Я думала, нельзя. А это, оказывается, так прикольненько, прикольненько. А здесь сыр, мышеловка с сыром. О, человек, извините, дяденька, я случайно сюда зашла. Я думала, в дом нельзя заходить. Давайте зайдем еще в эту дверь или отсюда мы вышли? А, вот еще одна. Это два входа и выхода сразу. Хорошо. Фух, как-то здесь тесно, ребят. И я, походу, не могу отсюда выбраться. Да. Давайте искать в домах людей еду. Потому что мне нечего есть. Значит, можно... взять что-нибудь у человека, например, какую-нибудь морковку или, я не знаю, что-нибудь взять. Это клетка для куриц. Ух ты, здесь такой прикольный амбарик. Амбарик с крышей. Хорошо, вылезаем. А здесь есть еще дома? Мне нужны дома. Кстати, вот здесь большое озеро и мост. Там я видела костер. Ну-ка, ну-ка. Я вижу дома. Ладно, давайте подойдем и посмотрим. Банки. Банки с этим, как его, посоленными. Жалко, что я их есть не могу. Давайте присядем, отдохнем. Погреемся у костра. От
что я так устала. Хорошо, встанем и побежим дальше. Там я наверху видела дома. Пойдемте туда. Там наверняка есть что-нибудь покушать. А я люблю покушать. Ну, моя лошадка любит. Что ж, давайте зайдем в этот дом, если можно. Может, в этот и нельзя. Ну-ка. Нет, в этот дом нельзя зайти. Похоже, нет, ребят. Здесь нельзя никуда пройти. Я-то думала. Все, Кавася Педро. Можно искать в домах еду. А нет. А наверх можно? Да, можно. Отлично, ребят. Отлично. О, в этот можно. Да, ребят, можно. Ух ты. Нужно искать дома с прозрачными окнами. Здесь опять же еды нет. Если бы была, я бы просто обрадовалась. Хлеб нельзя. О, боже. Это что такое? Ребят, вы видели там нож? Вот я бы хотела яблочко, морковь, но их нельзя. Или вот это тоже нельзя. О, здесь прозрачные окна. Давайте зайдем. От первого лица удобнее заходить так. Это можно есть? Нет. Это нельзя есть. Почему? Может, это вообще несъедобно? А мне нужна еда. Ой. Что это только что было? О, здесь фонтан, прикольно. Здесь тоже прозрачные окна. Здесь тоже еды ничегошеньки нет. Облачка мы не можем кушать. Кушать мы не можем облачка. Попробуем туда перебраться. Тут вроде тоже есть дома с прозрачными окнами. Ой. Здесь-то должна наверняка быть еда. Где тогда может быть еще еда? Кроме как в домах. В домах людей. Здесь тоже нету. Очень странно. Вот, все нормально. Так, давайте еще вот сюда полезем. Ой, там же везде нужно засунуть наш любопытный носик. Как здесь все-таки тесно от такой большой лошади. Что такое, вылазь. От первого лица приходится залазить. Жалко. Давайте где-нибудь поспим, потому что наша лошадь уже, наверное, хочет спать. Так, куда я не пойду? Вот в таком маленьком домике не были. Или были? Ребят, я уже все дома вроде бы осмотрела. Ничего здесь нету, ничего нельзя. А что такое? Можно? Нет, нельзя. Хорошо, ребят, давайте вот в этот дом зайдем. Поищем еды. И, наверное, там есть кроватка. И мы поспим на кроватке. Да, ребят, я хитрая лошадь. Да, вот, две кровати. Мне, наверное, побольше кровати. Давайте ляжем. Вот, я легла. Все, я хитрая лошадь. Ладно, давайте пойдем отсюда. Пойдемте в наш дом, я думаю. Лошадь, ты что, застряла? Ребята, как мне теперь выбраться? Помогите, хелп. Ребят, что делать? Что с первого лица получится? Давай, лошадь. Есть, ребят, получилось. Фуф, как же я испугалась, что никогда не выберусь на волю. Как же я хотела. Ой, пить хочу аж. Ой, даже пересела. Давай, пей, лошадь. Как вкусно. Сейчас я, кстати, вам покажу, какие можно здесь быть зверями. Вот они. Белку вот хочу. Хочу белку. Еще я хочу быть птицами и кошкой. А где здесь кошка? Вот это ведь кошка. Или я ошибаюсь все-таки?
Давайте выходим отсюда. Выходим и давайте где-нибудь поспим, потому что я спать еще хочу. Мне что, на площади спать? Но здесь же неудобно. Давайте найдем себе какое-нибудь местечко и там заснем. Потому что мне очень хочется спать. Я аж зеваю. Что-то реально захотелось спать. Не знаю, как вам, а мне захотелось. Только вот где вопрос у меня? Я не знаю, ребят, даже. У меня даже не спрашивайте, где я спать буду. Придется на улице. Давайте вот здесь заснем. Ох, как же я... Это что такое? А, я ем. Заснем, можно запустить? Да, вот. Все, я сплю. Не будите меня до самого утра. А, я ж... Мне ж уроки делать. Просыпаемся. Фуф, хорошо, что я вспомнила про уроки. Она типа заснула. Давайте-ка попробуем что-нибудь сделать. Там вроде на человека можно было покликать. Вот так вот человеку сделаю. Хорошо, хорошо, человек. Держись у меня, если, конечно, я найду кого-нибудь. А вот на этих можно нажать? Нет, но на лошадей нельзя. О, кстати, облачко, облачко, облачко. Иди ко мне, иди, мою родненькую, ко мне. Кстати, давайте поплаваем. Мы как-то уже грязненькие какие-то. А нырять можно? А, вау! Я думала, там не глубоко, ребят. Что происходит? Ой, я думала, здесь ускоряться как-то можно, а нет. Давай, лошадь, ты же сильная, давай забирать. Нет. Придется так. Это, наверное, максимальное ускорение у меня. Ну как я еще могу? Ой. Тут вроде ускорение тоже было. Я могу вот так. О, божечки. А здесь побыстрее. Давайте поставим на максимум. Максимум самое лучшее. Побежали к мосту. Оу. О, здесь водопад, ребят. Красиво. О, пещерка. Вот все, здесь я буду жить. Наконец-то я нашла себе домик. Ну а на этом все, ребят. Всем пока-пока и до новых встреч. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик. Пока-пока.